Поскольку телевидение не дают, радио не дают. Тихо! Я зачитываю. Гражданам России. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета. Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам и указам президента России. Призываем граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному конституционному развитию. Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я ответа больше надежд нет. Скоро кончится лето. Вы говорите, что вы занимаете нейтральную позицию, а боекомплекты у вас с собой? Нет, я могу показать и пистолетный автомат. А лестчики, патроны. Ну, разоружайтесь, давайте. Он пустой, да? Да, да. Мы сюда прибыли не для подавления народа. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Республики бывшей державы, за исключением Грузии и стран Балтии, их 11, учредили Содружество независимых государств. Его высшие органы – Совет глав государств и Совет глав правительств. Границы будут открытыми. Контроль за ядерными вооружениями – единый. Структура и главнокомандование вооруженных сил сохраняются в прежнем виде до 30 декабря, до следующей встречи лидеров в Минске. Главнокомандующий – маршал Шапошников. Кресло в Совете безопасности ООН вместо СССР занимает Россия. Статуса «гражданин Содружества», вероятно, не будет.